Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами свежим проектом. Называется Spectro ADS. Этот проект из серии баппоинтов. Вчера я очень поздно зашла. Начала так изучать его помаленечку. Пользователей уже более 3000. Значит, это выплачено уже более $1000. Ну, здесь почитайте информацию. Если мы нажмем на вкладочку «Новости», то что здесь? Как я поняла, 6 сентября он только стартовал, как бы, да? Вот 6 сентября, welcome. Вот, а вот здесь пишут, давайте переведем, платные объявления поступают в вашу учетную запись с таймером по умолчанию на 18 часов. Если вы не просматриваете рекламу в течение 18 часов, срок действия истечет. Чтобы не потерять деньги, нажмите на нее до истечения срока. Вот такие запись. Далее что? Так, что я хотела еще показать? А, вот, подтверждение оплаты хотела показать. Пошли тут уже и выплаты, как бы. Вот. Ну, сами посмотрите. Регистрация здесь наипростейшая. Вот так нажимаете на регистр, разгадываете капчу, нажимаете регистрация. Если кто захочет присоединиться, будет форма, там логин, имейл, пароль. А галочку нужно поставить, согласиться как бы с их условиями. Я же зайду. Так. По имейлу. Видите, я еще даже как бы вчера зашла, сохранила логин. А надо имейл. Вот. И попадаем в кабинет. Вот я вчера просмотрела рекламку. Я еще ничего не пополняла. Можно работать абсолютно, начинать без вложений. Значит, это наша домашняя страничка. Это Purchase за баланс. Это баланс вывода. Ну, а здесь вот поинты. За всю рекламку я получила 60 монеток. Так, вот здесь бонус ADPoint, зеленая вкладочка. Мы кликаем на нее, смотрим группы, как всегда в таких проектах. Набираем 1600 поинтов. Мы переходим в первую группу. И у нас будут платные объявления. Так, вернемся теперь опять на домашнюю страничку. А вот здесь на синюю вкладочку, если мы нажмем, здесь мы видим уже цены, сколько мы будем получать. В первой группе мы будем получать за 17 рекламок 12 центов. Вот. Также здесь мы покупаем пакеты. Один пакет стоит $1, а минимальный вывод отсюда $5. Вот так. Также есть здесь вот... Можно нажать и пообщаться, как бы. Бывает онлайн, бывает сейчас вот... Нет, в сети. Я вчера пообщалась. Далее вкладочка «Депозит». Теперь пройдемся. Здесь «Биткоин», «Интериум», «Перфект», «Лайткоин», «Пайр». Так, если мы нажмем «Депозит». Так, минимум $1. Как я и сказала. Значит, здесь мы будем после того, как пополним, нужно будет купить пакет. Вот. Сюда один, например. Ну, если на $1. И покупаем. Далее вот здесь будет у нас платная рекламка. Бонус ADPoint у нас 10 рекламок. Как мы их просматриваем? Кликаем на рекламку, нас перебрасывает на страничку
кликаем на зеленую вкладочку. Здесь идет вот он, у нас отсчет времени. Давайте подождем. И после я продолжу. Таймер закончился. Жмем на зеленую вкладочку. И перебросил опять как бы в кабинет нас. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Здесь можно есть и баннерную рекламку покупать. Как бы это по желанию. Здесь будет отображаться наша рекламка, которую мы будем рекламить. Здесь баннерная рекламка. Вкладочка «Мой реферал» будут находиться наши реферал. И вот это реферал Tools. Здесь наша партнерская ссылочка. И идут баннеры. Сеттинг. Указываем платежные реквизиты. Здесь, если нужно поменять пароль, здесь биткоин, перфект и пайер. Пишем, прописываем свой кошелек. И нажимаем на зеленую вкладочку. Все, я сохранила свой пайер кошелек. Ну, это выход. Я сейчас хочу что сделать? Нажму на паузу, просмотрю всю вот эту рекламку. Потом я сделаю депозит. Я никого не призываю вкладывать. Я рискую своими деньгами, друзья. Вы же своими. Ради бога. Набираем 1600 монет и начинаем уже зарабатывать денежку. Сейчас я просмотрю, после продолжу. Я просмотрела всю рекламку, вот эту бонусную. Давайте посмотрим, сколько у меня стало монет. У меня 210 монеток стало. Вот. Теперь я хочу прикупить. Как бы. Ой, закину я 2 доллара на раскрутку. Вот. Клику депозит. Депозит минимум 1. Я 2. Перебрасывает на Pair. Сейчас я пополнюсь и опять продолжу. Вот я пополнилась на 2 доллара моих с Pair. Теперь что нужно сделать? Надо сделать Vivobulk ADS. Вот это. Я так понимаю. Вот по сейчас 2 доллара. Купить пакет. Так как у меня 2 доллара, 2 пакета. Один пакет стоит 1 доллар. Нажимаю. Так. А, сюда надо вставить. А сюда надо ставить реферальную ссылочку. Об этом я, друзья, и забыла. Сейчас я тогда вот сюда вот этот прорекламлю. Возьму ссылочку. Вставляю ссылочку. Что мы рекламить будем. И теперь уже покупаю. Все. У меня куплено. Купила. Теперь где? Вот это сюда я перехожу. И вот моя рекламка. Так. Моя реклама. Возвращаюсь в дашборд. И у меня первая группа из 12. И я буду получать по 12 центов ежедневно. Вот. Здесь что у нас? Здесь можно еще апгрейды делать. Но я апгрейд не буду. Это уже, если хотите, сами тут уже разбирайтесь с апгрейдами. Пока что я поработаю так. Значит,
А вот реферальная программа здесь написана. Также здесь есть реферальная ссылочка чуть ниже. Вот здесь вот баннеры люди рекламят. Ну и ваш доход сейчас составляет 43%. Вы получаете 2760 баб за каждый доллар, потраченный на массовую рекламу. Вы можете перейти на 154 и получить 3800 за каждый доллар. Цена. А, вот, и вот это, друзья, купить апгрейд. Вот это я еще и не видела. Ну, я не буду ничего делать, пока покупать. Я хочу посмотреть, как он будет работать. Очень уж хочется надеяться на долгосрочное сотрудничество. У меня пока еще вот по ITDS нет денежных ссылок. Я так предполагаю, что они появятся или сегодня вечером, или же завтра утром. Как бы, когда у них тут обновление, вот это идет перезагрузка сайта. Вот такой вот проект. Хотим работаем, хотим не работаем. Можно, как я уже сказала, начинать без вложений. Ну, а с вложениями это уже, друзья, риск. Это интернет и всякое может случиться. Вот. Так что смотрите сами. Я подала вам информацию. Ну, а решение принимаете вы. Надо вам проект, не надо. Продолжение будет следовать. Буду как бы делиться результатами. Всем удачи. Пока-пока.